Администрация Ленинского района в рамках месячника по благоустройству вышла на уборку скверов имени Пушкина и Петра Монастырского. Они расположены через дорогу друг от друга и создают единое творческое пространство, где любят отдыхать и прогуливаться жители города. Эти скверы выходят на улицу Вилоновскую, которая соединяет площадь Куйбышева с Самарской набережной. Территории попали в один из популярных туристических маршрутов города, поэтому важно придать этим пространствам ухоженный вид и облагородить всеми доступными способами, отмечает глава Ленинского района Самары Елена Бондаренко. Сегодня мы здесь проводим уборку территории, покраску осуществляем, будем проводить обрезку сухих веток. В этом году сквер Пушкина и сквер Монастырского вошли в число 20 общественных пространств города, участвующих в голосовании за благоустройство в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды нацпроекта «Жилье и городская среда». По результатам голосования определятся территории, которые будут благоустроены в следующем году. Это исторические места Самары. Хотим, чтобы его благоустроили, потому что здесь красивые места, красивые закаты. Люди любят гулять, наслаждаться видами. Голосование продлится до 31 мая на портале 63.городсреда.ру. Проголосовать может каждый. Галина Топилина, Николай Епифанов. События.